Всем привет, с вами магазин «Мне лодку», и сегодня у нас на обзоре моторная лодка Юрекс 3000К с килем. Комплектация выглядит следующим образом: лодка в сумке в отдельной, полы для лодки, отдельная сумка, а также стрингера и весла, третья сумка. Сейчас посмотрим, что находится внутри. Полы 9-миллиметровая влагостойкая морская фанера в отдельной сумке, 4 секции. Ремонтный набор к лодке, там ткань, клей, помпа, насос 5-литровый, алюминиевые профиля для пола, 3 штуки, H-профиль, паспорт к лодке, инструкция, 2 банки скамейки из влагостойкой фанеры, крепление электрос ликпас, сама лодка в цвете серый с черным, стрингера 9-миллиметровые. Длина 1,20 м стрингера. И разборные весла. 2 весла. Вот таким образом выглядит лодка Юрекс 3000К в собранном виде. В данном случае это лодка с установленным носовым тентом. Тент здесь как опция. Можете лодку доукомплектовать носовым тентом. Цены смотрите на нашем сайте. Серый цвет баллона. Концевики черного цвета. Транец здесь 18-миллиметровый. На лодке есть сливной клапан. Лодка предназначена для установки мотора до 10 лошадиных сил. Основные характеристики указаны на шильдике. Мотор до 10 лошадиных сил. Пассажировместимость 2 человека. Грузоподъемность 450 кг. На внутренней части транса установлена накладка пластиковая под мотор. С внешней стороны транса накладка из влагостойкой фанеры. На лодке установлены комингсы, брызгозащитные уголки, ручки для переноски на конусах, весла на поворотных включенных с фиксаторами, привальная лента с волноотбойником, за которую можно крепить тент вот такими вот крючками. Полы здесь из влагостойкой морской фанеры толщиной 9 мм. Усилены стрингерами. Длина стрингера 120 см. В носовой части установлена ручка для переноски. Плотность ткани 850 грамм на метр квадратный. Лодка килевая. Основные характеристики указаны на сайте, но сейчас наглядно померим все основные параметры этой лодки. Трансовая доска здесь 18 мм. В месте крепления мотора 4 см толщина. Диаметр баллона 42 см. Ширина лодки 150 см. Длина лодки, это ее габарит от носа до конусов 300 сантиметров, 3 метра. Высота трансовой доски 38 сантиметров. Это стандарт S под мотор с короткой ногой. Длина весла 180 сантиметров. Важный параметр — кокпит, внутреннее пространство внутри лодки. Замерим от середины баллона до трансовой доски 188 сантиметров в длину, в ширину 62 сантиметра ориентировочно. Высота от пола до скамейки 31,5 сантиметра. Лодка в размере 300 сантиметров достаточно популярная для рыбаков и любителей отдыха на воде. Она двухместная, 2 человека здесь спокойно размещаются. Эти модели присутствуют как в размере 300, так и в размере 330 сантиметров. Лодки представлены на нашем сайте, цены, описание, все считайте в характеристиках. А с вами был магазин «Мне лодку». Всем пока!